Ополченцы заявили об обнаружении фрагментов боеголовки баллистической ракеты в Луганской области. Об этом сообщил военный комендант Луганска Сергей Грачев. Как позже выяснилось при сопоставлении ракет в комендатуре, что это головная часть ракеты от РСЗО «Смерч», которую украинские каратели обстреливают поселок Новосветловка и ту самую Вергунку. Эти установки расположены за станцией Луганска. Как сообщают местные жители, над Харциском, Донецкой области, ополченцам удалось сбить украинский самолет. В небе были видны несколько парашютистов. Около 10 утра по Москве над Харциском сбили украинский самолет. В небе были видны 6-7 парашютистов, сообщил очевидец. Подробности выясняем. Обстановка в Донецке остается напряженной. По состоянию на 14 часов по Москве жители сообщают о том, что отдельно слышны взрывы, что дает основание полагать о ведении боевых действий за пределами Донецка. В Кировском районе, недалеко от поселка Шахты Левдеевка, горит металлический ангар, в котором складируется вторсырье и макулатура. Столб черного дыма виден во многих районах. Пожарные наряды принимают. Ополченцы Донецкой Народной Республики сообщили, что уничтожили 10 единиц бронетехники украинских карателей в боях у Курган-Саур-Могила и северней города Снежное в Донецкой области. В боях под Саур-Могилой противник понес серьезные потери в живой силе и технике. Уничтожено 2 танка, 2 БТРа, 1 БРДМ и несколько КАМАЗов.